Самые умные женщины среди всех знаков зодиака. Даже мужчинам тяжело с ними тягаться. За что мужчины ценят женщин? Большинство представителей сильного пола отметят красоту, мягкость, женственность и прочие качества. Однако, едва лишь единицы подчеркнут значение ума. Существует точка зрения, что мужчины могут немного бояться умных женщин, особенно если те превосходят их интеллектуально. Таких дам не так уж и мало, и чаще всего они представлены в рядах трех определенных знаков зодиака. Близнецы. Представительницы воздушного знака безусловно являются зодиакальными гениями. Они мгновенно впитывают любую информацию и обладают обширными знаниями в любой области, которая их заинтересует, от молекулярной химии до живописи эпохи Возрождения. К тому же дамы-близнецы обладают еще одним качеством, считающимся признаком ума, чувством юмора. Специалисты выделяют это как редкость среди женщин, но также как признак высокого интеллекта. Дева. Любознательность девы не знает границ. Уроженки этого знака с самого детства изучают окружающий мир с серьезностью настоящих исследователей. Вполне естественно, что во взрослом возрасте они часто связывают свою жизнь с большой наукой. Скрупулезность, внимание к деталям, ответственность и, прежде всего, высокий интеллект – все эти черты характеризуют дев. Они открыты для новых знаний, не стесняются задавать вопросы и стремятся расширить свой кругозор. Скорпион. Скорпионов в большей степени интересует практика, а не теория. Они предпочитают проверять что-то опытным путем, а не сидеть за пыльными книгами и учебниками. Женщины, рожденные под этим водным знаком, не принимают на веру то, что они слышат, пока не увидят собственными глазами. Кроме того, у этих зодиакальных умниц хорошо развита интуиция, которую они используют в познании мира. В заключение можно сказать, что умные женщины, рожденные под знаками близнецов, девы и скорпиона, обладают разносторонними качествами, делающими их уникальными и умными. Близнецы проявляют гибкость ума и чувство юмора, девы отличаются любознательностью и ответственностью, а скорпионы предпочитают практический опыт и обладают развитой интуицией. Все эти черты характера делают их не только умными, но и привлекательными в обществе. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.